Всем привет! Готовим сегодня ленивые беляши. Более подробный рецепт вы можете посмотреть в описании под этим видеороликом. Ингредиенты. 2 стакана кефира, по половинке чайной ложки соды и соли, и также сахара. Берем муку и фарш мясной. Кефир подогреть до теплого состояния. Положить соду. Размешать. Добавить соль и сахар. Опять размешать. Затем постепенно добавить муку, постоянно вымешивая, чтобы густота теста была, как у домашней сметаны. На сковороде разогреть растительное масло, налитое слоем толщиной до 1 см. Ложкой выложить тесто. На тесто выложить фарш, на фарш еще немного теста. Накрываем фарш тестом так, чтобы остались небольшие отверстия. Все это надо делать быстро, на кипящем масле. Жарим на среднем огне с одной стороны, затем с другой до красивого золотистого цвета. Пробуйте. Приятного аппетита!